Приветствую! На связи Андрей Жариков. В данном видео я расскажу о возможности получать стабильный пассивный доход на рынке Форекс с использованием автоматизированной торговли. Сейчас на рынке много инвестиционных компаний, которые предлагают вам вложить в них свои деньги и получать пассивный доход. Но необходимо помнить, что на протяжении последних лет было множество подобных компаний, которые вначале платили, а потом прекращали выплаты и фактически оставляли инвесторов ни с чем. При использовании торговых роботов вы не передаете свой депозит создателю робота, а размещаете на счету в брокерской компании, причем есть брокеры, которые работают на рынке уже много лет, то есть доказали свою стабильность и надежность. Вы устанавливаете торгового робота, который начинает совершать сделки на вашем счете в автоматическом режиме. Многие инвестиционные компании только делают вид, что работают на финансовых рынках, а по сути являются финансовыми пирамидами. При использовании торговых роботов вы видите буквально каждую сделку, которую совершает робот на рынке Форекс. То есть работа ведется полностью прозрачно. При этом создатель робота не имеет доступа к вашему депозиту и не может сбежать с деньгами инвесторов, как это происходит во многих компаниях. В данном видео мы поговорим о результатах, полученных с помощью Форекс-робота DaVinci. Необходимо помнить, что предыдущие результаты не являются гарантией последующих. Помните, что работа на рынке Форекс связана с рисками. Инвестируйте только те средства, которые вы можете позволить себе потерять. Здесь показаны результаты на реальных центовых счетах. Первый счет. Данный счет работает уже полтора года, с февраля 2018 года. Вот какая прибыль была получена в течение 2018 и 2019 года. А всего с учетом капитализации получена прибыль 1386%. Второй счет. Прибыль 75% за 6 месяцев. Третий счет. Прибыль 107% за 6 месяцев. Четвертый счет. Прибыль 289% за 9 месяцев. Пятый счет. Прибыль 68% за 5 месяцев. Шестой счет. Прибыль 103% за 6,5 месяцев. Седьмой счет. Прибыль 58% за 4,5 месяца. Восьмой счет. Прибыль 67% за 6,5 месяцев. Девятый счет. Прибыль 79% за 6,5 месяцев. Десятый счет. Прибыль 77% за 6,5 месяцев. Одиннадцатый счет. Прибыль 313% за 9 месяцев. Стоимость робота зависит от размера депозита. В этой графе указана стоимость годовой лицензии. В этой графе показано, какой максимальный депозит вы можете иметь с данной лицензией. В этой графе показано количество лицензий. К примеру, купив годовую лицензию за 1000 долларов, вы получаете две лицензии и можете иметь два счета с депозитами до 15 тысяч долларов. DaVinci – бинарный маркетинг, поэтому чем раньше вы забронируете себе место, тем более выгодную позицию займете. Чтобы забронировать место в бинаре, необходимо приобрести лицензию за 250 долларов или выше. Также ваш доход по партнерской программе зависит от стоимости вашей лицензии. Чем больше уровень вашей лицензии, тем больше бонусы вы получаете. Зарегистрироваться бесплатно вы можете прямо сейчас, а оплатить робота тогда, когда вам будет удобно. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, обратитесь к человеку, который дал вам ссылку на это видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.